Криштиану Роналду в стан туринского клуба встречаются сейчас здесь, на этом 90-тысячном стадионе, в присутствии почти что аншлага. Да? Болельщиков действительно очень много, ну и сама вывеска, разумеется, притягивает. Команды продолжают подготовку к новому сезону. Нобеля Рустамян и Константин Генич вместе с вами в эту ночь с субботы на воскресенье проведут такое турне по Соединенным Штатам Америки. Нобель, привет. Да, добрый вечер, Константин. Добрый вечер, доброй ночи, наверное, так будет правильнее всем нашим телезрителям. Вывеска, наверное, классика европейского футбола, особенно в последние годы, потому что Реал и Ювентус встречаются каждый сезон в Лиге Чемпионов, причем на решающих стадиях. Мы помним финал Лиги Чемпионов, который случился в Кардиффе. Была максимально интересная игра и победа Реала. Ну и, конечно, абсолютно уникальные два противостояния, которые случились в этом году. В 1/4 финала и тот знаменитый матч в Мадриде с пенальти в конце матча, с невероятной развязкой и так далее. Поэтому Реал, Юве хорошо друг друга знают. Ну и, конечно, этим летом противостояние продолжилось. Ювентус взял верх, скажем так, вне футбольного поля, переманив к себе Криштиану Роналду. За 105 миллионов евро Роналду перешел в Юве. Но сегодня не играет. Понятно, что последние недели итальянские и испанские СМИ говорят о том, что как было бы красиво, если бы Роналду дебютировал за Юве в этом матче. Но Роналду в Турине. Сейчас он занимается со специальным тренером, с другими легионерами Юве, которые на чемпионате мира играли, и они ждут возвращения главной команды уже в Турин. Ну, легионеров там, не легионеров там быть не может, потому что итальянцев не было на чемпионате мира. Там только Бонуччи, который вот только-только перешел в Ювентус. Все остальные это игроки, которые играли на чемпионате мира. Да, безусловно. Ну и есть игроки, которые играли на чемпионате мира, но они тоже здесь в составе в этом американском турне. Тот же Мехди Бинатья, например, сегодня в центре обороны. Ну, я, пожалуй, начну с твоего позволения. С мадридского Реала, все-таки лучший клуб Европы, да, и последние три года нет равных мадридскому Реалу в клубном европейском футболе, в Лиге Чемпионов так уж точно. Кейлор Навас сегодня в воротах под первым номером, и если в прошлой игре с Манчестер Юнайтед в воротах был в первом тайме Кико Касили, а во втором новичок Андрей Лунин, то вот сегодня основной голкипер играет с первых минут. Хороший отбор у Ювентуса на чужой половине поля, а вот эта передача на Андреа Фавилли не прошла. Но Ювентус продолжает атаковать чуть позже составом Реала. Не дают здесь пробить, и все, на этом атака захлебнулась. Дани Карвакаль второй, Хосе Игнасио Начо шестой, Серхио Рихильон 29-й молодой игрок из Кастили, 32-й Хавьер Санчес, 37-й Федерико Вальверде. Вот присмотритесь к этому парню, ему всего 20 лет. Он, ну, такая же звездочка, как Бентанкур, наверное, да, в составе Ювентуса. Но сегодня Бентанкур нет, а вот Федерико Вальверде, молодой 20-летний уругваец, есть. 37-й номер у него на спине, Иско 22-й, Тони Кросс 8-й, Дани Сибальос 24-й, Карим Бензима, он сегодня с капитанской повязкой, как и в матче с Манчестер Юнайтед, номер 9-й, Гаррет Бейл 11-й и Юлиан Лопетеги, бывший тренер сборной Испании, бывший тренер Молодежной сборной Испании. Порту, ну, в общем, поработал на телевидении. Я просто хотел акцент, вот непонятно было, на чем сделать. На клубной карьере Лопетеги или все-таки на уровне молодежной сборной и национальной. Наверное, главное Испании. Событие в карьере Лопетеги – это увольнение за 3 дня до старта чемпионата главное мира. Главное событие в карьере Лопетеги – это назначение в мадридский Реал. Хорошо, пусть будет так. Состав Юве здесь номер 1. Да, привыкать, это не Джанлуиджи Буффон, а Войцех Щесны. Польский вратарь, он теперь главный голкипер Юве, хотя будет конкуренция с Пирино, я в этом не сомневаюсь. Далее, знаете, я вот сейчас смотрю на экран, на футбольное поле и понимаю, что схема пока не очень традиционно для Юве и расстановка, поэтому назовут то, как предполагали итальянские СМИ, потом будем разбираться. Итак, была оборона. 4 защитника. Справа Жоао Канцелу, слева Александру. Канцелу 20-й, Сандру 12-й. Центр обороны 3-й, Киелини, капитан Юве. 4-й, Мехди Бинатья. Традиционная связка обороны за последний сезон. Далее центр поля. 5-й, Пьянич, 8-й, Маркизио и 6-й, сами Хидир. Здесь тоже все довольно понятно. И группа атаки 33-й, Федерико Бернардески. Он играет, естественно, на своей традиционной позиции. И также в атаке
Андреа Фавилле, футболист, который нам хорошо знаком по выступлениям за маленькие итальянские клубы. Но вот он проводит великолепный тур с Ювентусом по США. И еще один игрок Юве, собственно, который меня пока немножко заставляет задуматься о схеме, это номер второй, Матье де Шильо. И так как де Шильо на поле, я не исключаю, что Канцело будет играть не в обороне, справа, собственно, где он играет обычно, а в атаке. И это очень важно, потому что, похоже, об этом пишут итальянские СМИ, Массимилиано Аллегри снова меняет схему. Он работает уже пятый сезон в Ювентусе. И при этом он практически каждый год меняет схему. И сейчас, похоже, он... Это опасный момент. Чуть было не потерял мяч. Бенатия, похоже, Ювентус будет играть в этом году по схеме 4-4-2. Ну и у нас, по-моему, сразу первая желтая карточка в матче. Работает здесь американская бригада арбитров. Да, достаточно опытный Роберт Сибига. Невзирая на то, что это товарищеский статус матча, сразу достает желтую. И желтая абсолютно по делу. Задержали тут за футболочку Иско. Иско с новым имиджем, с новой прической. Бенатия сам сломал, сам пробовал починить, но наоборот все испортил. Первая желтая карточка в этом матче есть. Если говорить про схему мадридского Реала, то она, возможно, напоминает 4-3-3 или 4-1-2-3 или 4-2-4. Она может выглядеть с активными флангами Карвахалем, соответственно, и слева Рикильоном. Но тут надо тоже смотреть. Понятно, что пара нападающих — это Бензема и Гаррет Бейл. Но роль Иско, ее нельзя ограничить как каким-то одним местом. Ну вот смотри, сейчас, возвращаясь к Юве, Канцело играет на левом фланге. В атаке, похоже. А вот Гаррет Бейл. После ухода Криштиану Роналду Лопетеги сказал, что выстроить конкурентоспособную команду не только на испанском уровне, а на европейском уровне без Криштиану Роналду — это новый вызов, это новая мотивация. Вокруг Реала опять много слухов относительно трансферов. Отказали в трансфере Эдена Азара. Там по поводу других футболистов много было разговоров. Но Лопетеги сказал, Гаррет Бейл очень радует тренерский штаб на данном этапе, и не исключено, что именно вокруг него будет строиться игра. Хорошо сейчас сыграл Войцех Честный, но Реал, второй матч, проводящий в этот подготовительный период, успел прессингом мяч себе вернуть. Здесь не было офсайда. Александру совершил такую же ошибку, что и в том легендарном эпизоде на Сантьяго Бернабео. Забыл сделать искусственный офсайд, как его партнера. И поэтому сейчас у Реала снова был шанс забить или заработать пенальти, как опять-таки в той апрельской встрече. 0-0. Мадрид против Ювентуса. Реал Мадрид против Ювентуса. Хотя мы видим, что такое мировое обозначение Реала все же Мадрид. Да, и во всем мире действительно называют эту команду не Реал Мадрид, а исключительно Мадрид. Мы просто пока не привыкли. Ну и уже вряд ли перестроимся. И вряд ли уже перестроимся, да. Реал слишком уж звучит величественно. Круто. Слишком круто, хотя вот, например, в Испании считают, что есть только один Реал. Это Реал Сосьеда из Сан-Себастьяна, а Реал в Испании называют исключительно Мадридом. Честные. Реал снова прессингует. Реал вообще очень хороший футбол показал в матче с Манчестер Юнайтед. Особенно во втором тайме. Хорошее преимущество. Тотальный контроль мяча. 66 в первом тайме процентов. 69 во втором. Может быть, не так много явных голевых моментов Реал создал. Да, были ошибки в обороне. Но в целом для первого матча против команды, которая проводила пятый матч в подготовительный период, Реал выглядел достаточно убедительно, хоть и проиграл 1-2. Сами Хедира, он тоже был участником чемпионата мира, но вот те сборные, которые вылетели сразу после группового этапа, это и Марокко, это и Германия, соответственно, эти сборники вернулись, успели вернуться в Турин, вместе с командой отправиться вот на этот самый сбор в Соединенные Штаты Америки. Я не очень понимаю, почему Пауло Дибало сейчас не в составе, потому что он вообще ни минуты не сыграл на чемпионате. Против Хорватии. Ну, минут на 25. Ну, около того, да. Ну, хорошо, сыграл. Но в Хорватии это был первый тур.
То есть больше, что второй. Второй, да. Первый был с Исландией. Но он же был в составе делегации, он же тренировался, поэтому ему дали отдых. Собственно, 6 футболистов сейчас тренируются в Турине на базе Ювентус. Это, конечно же, прежде всего, Криштиану Роналду. Главная, наверное, сейчас звезда Ювентуса. Далее Пауло Дибала, Даглас Коста, игрок сборной Бразилии, Родриго Бентанкур, которого хвалил Костя несколько минут назад. Также это, естественно, Леонардо Бонуччи, который вернулся в Ювентус. Он просто слишком много летал в последние дни. Он из США, из расположения Милана, прилетел в Турин, прошел медосмотр и остался в Турине уже ждать своих партнеров. И шестой футболист – это Квадрадо. Хуан Квадрадо, игрок сборной Колумбии, который тоже играл в плей-офф чемпионата мира. Был еще Гонсало Игуаин, но он провел лишь две тренировки. То ли три тренировки, но это не важно. В Турине и на машине перебрался из Турина в Милан и стал игроком Милана. Вот так вот трансфер совершается в Италии. Сел в машину, переехал в другой город, и ты уже игрок другой команды. Ну, кстати, один игрок все же перелетел через океан, который перешел из Ювентуса в Милан. Это Маттиа Кальдара, защитник, о котором много есть хвалебных слов. Он, соответственно, теперь игрок Милана. Там прямой обмен случился между Ювентусом и Миланом, Кальдара Бонуччи. Но об этом мы еще, думаю, что поговорим. Мы чуть ближе, наверное, ко второму тайму, либо уже во втором тайме. Пока все, внимание, игре. Да, Иско. Передача отличная на Бейла. Бейл оставляет мяч 37-му номеру. Вальверде, собственно. Вальверде, да. Вот этот как раз Вальверде. С ним любопытная была история, когда еще ему было 17 лет. Реал уже его подписал, но мог забрать только тогда, когда ему исполнится 18. Он сначала играл после переезда в Мадрид в Кастилии, потом в аренду был отдан в Депортиво Ла-Коруньи. Он и является воспитанником уругвайского Пиньероли. Кстати, с Пиньеролем становился чемпионом Уругвая. И вот в Депортиво несколько матчей он в составе сыграл. Сейчас очень неплохо выглядит на этих сборах с основной обоймой. Вообще удивительно, но Реал в последние годы, ну, именно в трансферный окно, делает ставку на молодых звезд, потому что помимо Вальверде, о котором ты рассказывал, конечно, в Реале есть другая восходящая звезда мирового футбола, которую вообще в 16 лет подписали за 40 миллионов евро. Это Винисиус Джуниор, бразилец. И он сегодня в запасе. Да, и хорошая атака Ювентус сейчас. Канцело прострел и в свои ворота забивает мяч Дани Карвахаль. И такое бывает. Не сказал бы, что хороший получился прострел у Канцело, потому что там не было никого из игроков Ювентуса. Но все-таки мяч в ворота влетает. И 1-0. Ювентус повел в счете. И здесь отметим, хоть и мы говорим, что это товарищеский матч, или, как модно говорить, контрольная игра в подготовительном периоде к новому европейскому сезону, но здесь еще и для Ювентуса со стратегической точки зрения в турнирном значении игра важна, потому что в этом году Международный кубок чемпионов не разыгрывается на континентах, да, там в Европе один чемпион может быть, в Америке другой, в Китае третий. Здесь решили организаторы, что кто из трех матчей наберет больше всего очков, тот и будет чемпионом. И вот если Ювентус сегодня в основное время Реал обыграет, он обойдет в турнирной таблице Тоттенхэм, который пока эту таблицу возглавляет. Поэтому мотивация у Ювентуса, соответственно, есть нешуточная. Ну и 1-0, Жао Канцело, он делал именно прострел. На самом деле там Реал провалился, в принципе, на правом фланге. Канцело, видимо, мог матч, на самом деле, обрабатывать и смещаться в штрафную. Он прострелил с левой ноги, он правша, ярко выраженный. И вот так все сложилось удачно для Жао Канцело, который еще в прошлом году выступал за миланский Интер. Но за 40 миллионов евро перешел из Валенсии, который он принадлежал, в Ювентус. Вообще такой тренд португальский у Юве в этом межсезонье. Канцело и Криштиану Роналду. Пока что два главных трансфера. Ну и, конечно, Леонардо Бонуччи, но это скорее возвращение. Ошибается Канцело сейчас довольно грубо. И вот туда надо катить. И видел это Бейл. Но все-таки правая нога и слишком сильная передача получилась от Карима Бензема. Дашильо на правом фланге получает он призывы «Го-го-го», видимо, от болельщиков, которых довольно много. Отметим, что если для Ювентуса все заканчивается в этом американском турне матчем против Реала, то для Реала, наоборот, только все начинается. Был матч против Манчестер Юнайтед, который мадридцы проиграли. Ювентусу, потом еще один матч с итальянской командой против Ромы сыграет Реал. И идет подготовка такая планомерная, серьезная.
Суперкубку, который пройдет в Таллине. Первая официальная игра 15 августа. Дерби против Атлетико. Ну а Ювентус свои два матча-то уже выиграл в Международном кубке чемпионов, обыграв Баварию 2-0. Кстати, там вот этот... Фавилли 2 и забил. Андреа Фавилли, он молодой нападающий, ему 21 год, если не ошибаюсь. И он уже прошел много разнообразных аренд, он воспитанник Ювентуса. Но вот, что любопытно, такое тоже бывает, его пару дней назад продали. Фавилли в Дженуа. Там сложная сделка, Ювентус его продает, потом имеет право контрвыкупа за другую сумму. Ну, такая для Италии традиционная история, пусть немножко непонятно для остальной Европы. Но при этом он играет сегодня. То есть нет такого, знаешь, риска травмы, например, как часто бывает. Да, ну и он еще забил в товарищеском матче против звезд МЛС. Там была ничья 1-1, и потом Ювентус выиграл по пенальти. Также Ювентус уже в рамках Международного кубка чемпионов по пенальти обыграл лиссабонскую Бенфику. Поэтому пока Ювентус на этих сборах никому не проигрывает. Да, команда настроена довольно решительно. Вообще такой энтузиазм присутствует в Турине и во всей Италии, потому что, конечно, переход Криштиану Роналду – это событие не только для Ювентуса, но и для всей страны, и причем не только футбольной ее части. Понятно, что в Юве последние дни переживали сложную сделку Кальдара, Игуаин, Бонуччи, и, если быть честным, конечно, болельщики Юве несколько были расстроены, хотя, понятное дело, что пока рано расстраиваться именно с точки зрения футбола, но вот действительно внимание максимальное, и Ювентус настроен довольно решительно на весь сезон. Понятно, что цель она простая – выиграть все, в том числе Лигу чемпионов, конечно же. Ну, вообще у Реала сейчас получается такой итальянский путь при подготовке к Суперкубку, потому что еще Реалу предстоит матч помимо Ромы, игра против Милана в рамках Кубка Бернабеу. Этот матч пройдет 11 августа. И матч будет посвящен 60-й годовщине финала Кубка Европейских чемпионов между командами. Так что красиво, да, красиво на Сантьяго Бернабеу. Традиционно эта встреча пройдет. Реал Милан, вывеска замечательная. Сандро бросает он на Фавилли. Тот с разворота неплохо пытается пробить. Фавилли, еще раз подчеркну, такой типичный центр-форвард, который еще любит играть на острие атаки, умеет это делать. Но вот посмотрим, получится ли у него сегодня забить. Пока у него очень хорошая пресса. Вот именно по итогам двух матчей в этом Международном кубке чемпионов. Хороший темп, такой немножечко хаотичный, да. При этом много ошибок. И Реал уже мог забить, если бы порасторопнее действовал в завершающей стадии, и Ювентус. Этот темп умело поддерживает Пьянич. Еще не забываем, что в Ювентус перешел Эмре Джан. Да, как свободный агент, он перебрался из Ливерпуля в Турин. Он в запасе. В запасе есть, например, Даниэле Ругани, есть Андреа Бардзали. Бейл, ну это не туда передача абсолютно, где был Карим Бензема, он открывался в другую зону, а теперь быстрый выход из обороны в атаку Ювентуса. Маркизио играет на правый фланг. Фавилли идет в район 11-метровой отметки. И Маркизио туда в штрафную пытался мяч набросить, но перестарался и перекинул и ворота, и вратаря. И отправил мяч за пределы поля. Кстати, у Реала получается пока только Андрей Лунин. 19-летний голкипер из Луганской Зари, подписавший контракт с мадридским Реалом, не пропускает на этих сборах. В первой встрече с Манчестер Юнайтед Лунин появился только во втором тайме. Уже к тому моменту два Кико Касилья пропустил. Реал с мячом. Сегодня, кстати, у Реала начали подготовку к сезону два бразильца. Казимиро и Марсело тренируются на базе Вальдебебес в Мадриде. Ну, я думаю, там тоже есть некоторые ожидания других футболистов. И Модричи, конечно, который да. является вообще лучшим футболистом чемпионата мира, главного события этого календарного года в футболе. Но он лучший игрок чемпионата мира, все-таки не будем я об этом говорю забывать. Об этом. Да. Плюс Ковачич, насколько я понимаю, Серхио Рамос. Но Серхио Рамос здесь, он в заявке на эту игру и вполне возможно появится в матче. Но все-таки всего две недели остается до первой официальной игры, поэтому, конечно, форму набирать надо. У Реала достаточно простой календарь в чемпионате. Сразу домашний матч против Хетафе.
Ну и вот болельщики королевского клуба. Реал, кстати, был победителем Международного кубка чемпионов в 2013 году. А в прошлом году чемпионом этого турнира была Барселона. Да, вот так, значит, уже смотрится комично болельщик Реала на матче с Ювентусом в футболке Роналду. Но ничего страшного, надо привыкать ему к тому, что теперь Роналдо, его, видимо, кумир, играет за другую команду, за Ювентус. Ну, пока он не играет, пока он лишь тренируется на базе Юве, но уже, знаешь, вот так сейчас команда разделилась, по сути, Юве в США и Юве в Италии на базе, и команде, которая на базе, к тем шести футболистам, внимания не меньше, чем к основным ребятам. Ну, там приезд Криштиану Роналду в Турин, он вообще сопровождался какой-то чуть не истерикой среди болельческой среды Ювентини. Сейчас неаккуратно сыграл Гаррет Бейл, толкнул Мигди Бенатье, тут головой ударил свой рекламный щит. Но вроде бы все в порядке с марокканским защитником. Карвахаль. И снова Карвахаль. Иско. Испанская пресса очень много писала относительно перехода Эдена Азара, как его вкрапить в игру Лопетеги. И вроде бы там под 200 миллионов Реал готов был заплатить. Но Маурицио Сарри убедил, видимо, Азара, что он ему необходим в новом Челси. И сам Лопетеги сказал, что ничего страшного, на данный момент он собирается больше доверять, или, по крайней мере, так интерпретирует. Интерпретирует поведение, может быть, Лопетеги. Испанская пресса, что больше будут доверять Иско и Асенсио. Плюс, конечно, Дани Сибальос получает свой шанс в Реале. Зидан его совсем не замечал в прошлом сезоне. А это очень одаренный футболист, несмотря на то, что ему всего 21 год. Может стать игроком основы мадридского Реала. Бензема. Заброс на Вальверде. Там Киелини. Маркизио. Положение игры. Фавилли в офсайде. Какой-то переросток, да, Фавилли? Смотри, какой для 21 года. Да, высокий парень. Фавилли, он играл в серии Б в прошлом сезоне. За Асколи, по-моему, да? За Асколи, да. И ему 21 год. Рост у него 1,91 м. Ну, действительно, у него очень хорошая пресса. Вот благодаря этому турне по США. Бейл, здорово. Сибальос. И снова Дани Сибальос. Бензема. Бензема такой твит написал, да, в соцсетях, как будто прощал с мадридским Реалом. 9 лет в клубе, все замечательно, это было великолепное время. И многие посчитали, я в частности, что Карим Бензема уже, да, покидает Реал и с кем-то договорился. Возможно, писали, с Карло Анчелотти и Наполи. Писали сначала про Наполи в Италии, потом про Милан. Но, кстати, Бензема так, категорично все это опроверг. Бензема сейчас ошибается. Маркизио, Киелини разобрались в этой ситуации. Пас на Жоао Канселу. Да, Канселу играет слева в атаке. Хотя еще раз подчеркну. Ничего себе, Александр. Александр, да, сейчас переводил мяч прямо в тело. Киелини попал. Иско. Один в один Мигди Бенатье не обойти. И здесь разрывы такие, да, в середине поля уже появляются. Бернардески играет на Хедиру. От него тоже многого ждут, от Федерико Бернардески, имею в виду. Ну вот интересно, да, что Бернардески действует чуть правее левоноги, а Канселу правоноги на левом фланге. Да, но вообще еще раз подчеркну, что схема, и даже скорее не схема, а расположение футболистов Юве несколько удивительно. Очень высоко играет, например, периодически Маркизио. Ну а где, как не на сборах, да, пробовать варианты. Эти варианты? Тем более, когда напротив такой соперник. Массимилиано Аллегри. Напомню, что он был очень популярен в мае-июне у остальных клубов Европы, в том числе у Реала, когда, как писали итальянские СМИ, был, ну, не то что уволен, а когда сам ушел Зидан из Реала, будто бы предпринимал попытки Реал проверить, скажем, почву в этой истории, готов ли Аллегри покинуть Юве. Но Аллегри сказал, что он уже дал слово Аньелли, президенту клуба Ювентус, остаться в команде еще на 2 сезона и, ну, исполнить свой контракт, поэтому он остается в Ювентусе. Как, впрочем, и отказал Аллегри и Челси.
Поэтому Массимилиано Аллегри в Ювентусе и пытается уже с пятой попытки будет пытаться выиграть Лигу чемпионов. За прошедшие 4 года он дважды был в финалах, но дважды проиграл испанскому клубу. Да, Барселоне и Реалу. Сейчас Иско. Прострел. Бейл. Под любимую левую мяч к нему отскакивает. Но Гаррет Бейл не сумел как следует под этот прострел подстроиться и пробить в створ ворот Войцеха Щесны. Реал играет с преимуществом, как кажется. Но после гола Ювентус прижался к своим воротам. Ну, либо это было сделано специально, либо действительно Реал вынудил. Но в целом, конечно, Юве после забитого мяча как-то играет максимально просто. Доширье снова не ищет сложных вариантов, играет на Щесного. Ну и польский вратарь привет передает трибунам. Американским, напомню, что этот стадион FedEx Field, он находится недалеко от столицы США, от Вашингтона. Вашингтон DC, как его называют во всем мире. Ну и если брать стадион, он вмещает почти 90 тысяч зрителей. Является одним из самых больших вообще в США. Мы знаем, что американцы вообще любят такие стадионы, которые могут вместить в себя даже сотни тысяч болельщиков. Но вот FedEx Field один из самых больших. Он, естественно, стадион, на котором проводятся матчи по американскому футболу. Ну, в рамках Международного Кубка Чемпионов пару лет назад или в прошлом году на матче Реала с Манчестер Юнайтед собралось вообще более 100 тысяч, по-моему, 110 тысяч в Мичигане. Ну, кстати, в этом году Мауриньо как-то довольно видно, обидно высказался об этом турнире, когда его спросили о том, как вам на матч пришло там более 100 тысяч болельщиков. Он сказал, что я не понимаю, что они что-нибудь будут делать. Это товарищеская игра. Ну, действительно, наверное, если сравнивать эти матчи с матчами официальными, конечно, уровень несколько ниже. Да, Дани Карвахаль тут такую по голове получил вот отмашечку от Джорджо Киеллини. Как будто как подзатыльник, да, дал Джорджо Киеллини в полуборьбы. Сейчас объясняет Киеллини, что он хотел этим продемонстрировать или что он не подразумевал этим действием. Конечно, очень смешно было в подтрибунном помещении, как Джорджо Киеллини, да, на английском языке. С Робертом Сибигой общался. Да, с главным арбитром общался. Но у него неплохой уровень, да? Да, вполне. Но, кстати говоря, это принято считать, что Киеллини такой не самый интеллектуальный человек, но на самом деле это грубейшая ошибка. Киеллини очень много времени уделяет учебе. Он заканчивал специальные курсы. Он очень-очень много проводит времени в разнообразных университетах, повышает свою квалификацию. И на самом деле я не исключаю, что Киеллини после карьеры станет таким большим менеджером, либо человеком, который удивит нас не только на футбольном поле. Ну, у нас пока пауза в середине тайма, такой водопой. О котором говорил Киеллини как раз таки перед матчем с арбитром. Просил сделать паузу во время тайма. Все же жарко. В США, ну, лето вообще везде жарко. Понятно, что Вашингтон это не исключение. Да, как раз есть возможность перевести дух, попить водички, привести себя в порядок. Отметим, что, может быть, пока Реал не совершает громких трансферов, скорее, самый громкий трансфер, он на выход. Криштиану Роналду команду покинул. Но пополнился тренерский штаб. Помимо Юлина Лопетеги, еще и присоединился к нему бывший тренер молодежной сборной Испании Альберт Селадес. В прошлом сам игрок мадридского клуба. 4 сезона он за Реал провел, более 100 матчей сыграл и выигрывал межконтинентальный кубок, суперкубок Европы, две лиги и один суперкубок Испании в составе Реала. Тренировал сборную до 21 года, 4 сезона. И в прошлом году вместе с молодежкой испанской взял серебро чемпионата Европы. Проход Иско и его удар, попытка пробить в ближний угол, но неудачная. Кстати, Альберт Селадес входил и в тренерский штаб сборной
Испании на чемпионате мира в Бразилии и на чемпионате мира в России. И тот, и другой турниры испанской сборной не удались, мягко говоря. Иско бил, ворота не попал. Пока как следует напрячь Войцеха Чесны не получается. Да и особо Юве не напрягает голкипера Наваса. Потому что момент-то был довольно удивительное при забитом мяче. Карвахаль может войти в историю, да, еще один, если бы сейчас забил свои ворота. Но здесь поаккуратнее мяч он. Заметьте, бросил. В Англии поменялись Бернардески и Канцело. Канцело снова играет справа, а Бернардески на левом фланге. Да, так и есть. Где, если не на сборах, пробовать эти варианты. Передача на Бернардески, слишком сильно получилось, и мяч уходит за пределы поля. Бернардески уже второй раз за лето в США, потому что он весь июнь, практически весь свой отпуск провел в Соединенных Штатах. Путешествие в основном по Калифорнии. Ну и вот так, как он сам рассказывал, он в том числе учил английский язык. И вот сейчас он уже со своей командой находится здесь, в США. Но если Бернардески последовал по пути Флоренции Турин, да, вот в этом направлении, то Турин-Флоренция, в этом направлении отправится хорват Марко Пьяцца. Да, Марко Пьяцца, который был куплен еще 2 года назад, но получил жуткую травму крестообразных связок и практически потерял год. Но понятно, что сейчас в Ювентусе он не может рассчитывать на игровое время, потому что конкуренция в атаке просто сумасшедшая. 6 футболистов, в принципе, которые могли бы быть звездами в любой команде. Сейчас Александро зарабатывает угловой удар. Они есть в Ювентусе, и поэтому Пьяцца отправлен в Флоренцию. Там очень сложная, опять-таки, сделка с арендой, с правом выкупа у Фиорентины и с правом контрвыкупа у Ювентуса. То есть, по сути, Ювентус может себе вернуть Пьяцца, но только через 2 года. Ну вот, посмотрим, сумеет ли себя во Флоренции проявить Марко Пьяцца. Угловой, кстати, пока немного. Это чуть ли не первый в матче. Пьянич. С приходом Криштиану Роналду тут, по-моему, подача и умело действует Кейлор Навас. Пьянич больше всех пострадает, да, потому что все штрафные Криштиану заберет себе. А Дибала? Ну и Дибала тоже пострадает. По крайней мере, в Реале и Гаррет Бейл, и Иску, которые могли бы исполнить, они понимали, что есть Кри, Ро, он берет мяч, ставит и бьет. И все сразу же в сторонку расходились. Ну, посмотрим, потому что в Италии тоже есть опасения, что приход Роналду в такую команду, как Ювентус, где всегда были такие, знаешь, семейные ценности внутри коллектива, это может быть проблемой для Юве, тем более такая высокая зарплата Роналду, 30 миллионов евро. Но вот именно игроки в каждом интервью говорят, что никаких проблем не будет, все понимают уровень и значимость Роналду. Да, и, в принципе, все его с нетерпением ждут уже в коллективе. Ну и рассчитывает, что он теперь уже ворота соперников Ювентуса будет через себя забивать такие прекрасные мячи, как в Лиге Чемпионов. Потому что он забил Ювентусу за свою карьеру в футболке Реала 10 мячей. 10, это рекорд. Это рекорд, и Ювентус, видимо, понял, что бороться за Роналду на поле невозможно. Надо его просто переманить. Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Ну, примерно так. Да, Кейлор Навас здорово сыграл на выходе. Еще одна желтая карточка. И опять игроку Ювентуса. Ну, смотри, какой арбитр, да? Да. Господин или мистер Роберт Сибига. Сибига, да. Здесь он наказывает Алекса Сандра. Себальосу досталось. И потом еще руками. Как в американском футболе, да? Не зря же на этом стадионе в основном проходят матчи в этом виде спорта. Ну, кстати, Ювентус много акций проводит в США, и в том числе некоторые футболисты потренировались именно в американский футбол. Но опять-таки, вы должны понимать, что и Ювентус, и Реал находятся в США не только потому, что здесь хорошие спарринги, и это замечательный турнир, но еще потому, что возможность рекламировать свой бренд на таком рынке, как Соединенные Штаты. Иско, нетипичная для него передача, она по мысли вот абсолютно в его стиле, но исполнена была не лучшим образом. Понятно, когда мы говорим про российские команды, играют на фоне усталости, под нагрузками. То же самое можно отнести и к европейским клубам. Здесь легкости, свежести ждать даже от звезд, наверное, не стоит. Честные. Смотри, какой замечательный экран.
Да, это такой типичный американский стадион. Надо тоже потихонечку изучать все эти арены, потому что через 8 лет в США пройдет чемпионат мира по футболу. Ну, там в трех странах. В трех странах, но, Константин, львиная доля матчей пройдет именно в США, потому что у Мексики и Канады будут лишь по 10 игр. Все остальные матчи будут именно у США. Ну и понятное дело, что 8 лет тоже могут пролететь как-то незаметно, правда? Да. У нас незаметно пролетели 35 минут. Это матч на 13-й минуте автогол в исполнении Дани Карвахаля вывел Ювентус вперед. И после этого у нас тишь да гладь. И очень много ошибок. У Реала технический брак, но ножки тяжеленькие. Поэтому исполнять то, что легко дается в сезоне, здесь уже не получается. Рихельон там в отборе. Дашильо вступает в отбор. 57-43% владения мячом в пользу Мадрида. Елини. Вот даже такие мастера, титаны, как Джорджо Келлини, ошибаются. Бейл. Ох, какой финт. Это, правда, далеко от ворот. Но это какую реакцию вызывает у американской публики. Ну, такой любят американцы такие финты. Тем временем с мячом Бензема и Карим зарабатывает, по-моему, угловой. Нет, вот как раз нам показывают по угловым. Действительно, преимущество минимальное у Ювентуса 1-0. Угловой, исполненный Миралемом Пьяничем, остается единственным в первом тайме. Честные. Нет офсайда. Да, Хавьер Санчес здорово сыграл головой. Бейл опять под левую. Передача. И опять не туда, где Карим Бензема. Бензема забил единственный мяч Реала в матче против Манчестер Юнайтед после хорошей фланговой передачи от Тео Эрнандеса. Рауль Гонсалес Бланко, легенда мадридского Реала, тоже на стадионе. И он автограф раздает. А пока что его... Его команда, его, да? Его команда, так вот назовем. В атаке. И угловой удар. Кстати говоря, легенда Реала Рауля, а у Ювентуса тоже есть футболисты, которые в США, легендарные игроки, есть талисман, ну не талисман, а именно послы Ювентуса во всем мире, это Трезеге, Каморанези и Далец, они тоже находятся в США. Кросс, подача, выбивает мяч Джорджо Киеллини, выиграть вверх у Ювентуса практически нереально. Но мяч у итальянцев не задержался, аут. В пользу Реала Иско. Иско совсем немного времени провел в первом матче в этом турне. Здесь как минимум тайм он точно проведет. Я думаю, что многим даст поиграть Юлиан Лопетеги. И очень любопытно будет еще раз взглянуть на игру Винисиуса. Пресса у него замечательная. В клубе его сразу высоко оценили. И говорят, что действительно настоящий бриллиант из Бразилии Реал привез. Ну, алмаз привезти, да, вот уже такой. Ты знаешь, граненый не удалось на Неймара. Ну, ты из... Знаешь, дай бог, что все получилось у Винисиуса. Просто всегда пугают такие истории, которые Реал любит. Помнишь, как приобретали с какой помпой Эдегора? Да, говорили о том, что все, это будущая звезда, там 16 лет его купили, а при этом пока ничего не получилось. Но там вопрос скорее репутационный, такой имиджевый был, потому что им интересовались, я не знаю, судя по сообщениям прессы, все. Да, он съездил на просмотр в Англию в несколько клубов, он и был на карандаше у Барселоны. То есть Реалу важно было его переманить с имиджевой точки зрения в 16 лет. Вот такой талант, который уже там за сборную сыграл, что вот мы Реал, мы его заберем, а вот что с ним будет дальше уже. Но не получилось, на самом деле, ничего. Но он играл последние полтора года в Херенвене. Вот там, да, у него не очень здорово пошло, он совсем практически ничего не забивал, но здесь на этих сборах он вместе с Основой и в первом матче против Манчестер Юнайтед оставил весьма симпатичное впечатление. Бейл, удар Бейла, какой голешник, забивает Гаррет Бейл, и вот его левая нога. 1-1. Да, Гаррет Бейл только что
как говорят, сделал разницу, показал свой высочайший уровень мастерства. Великолепный удар. Конечно, его сейчас, мне кажется, прозевал эпизод. Но прежде всего отмечаем мастерство Бейла. Вот перед эфиром я Нобелю сказал, надо поставить на гол Гаррета Бейла. Есть чутье, что он забьет. Чутье-то есть, а вот уверен, что так было, будет. Нет, но пробил, конечно, Гаррет Бейл замечательный. Такой тоже удар, как футболисты говорят, со свалом, да, мяч чуть в сторону уходит. И, ну, конечно, все под сумасшедшим впечатлением от гола Гаррета Бейла в финале Лиги Чемпионов, когда он через себя забил Ливерпулю. Но и этот гол также хорош. Даже не со свалом, наоборот, как так по дуге. Красивый отправил мяч в верхний угол Гаррет Бейл. Валиец восстанавливает статус-кво. 1-1. Мадрид-Ювентус. Международный кубок чемпионов. Ну и пока только игроки Реала забивают. В свои ворота забил Карвахаль. Реал, сейчас... Реал больше полутора. Именно, именно. Но уже, да? Гаррет Бейл отличился в конце первого тайма. Теперь, наверное, очередь Ювентуса просыпаться. Хотя сейчас в Америке самый разгар дня, но тем не менее. У Ювентуса практически не было моментов-то, да, кроме вот забитого мяча. И то это даже моментом не назовешь. Подача и головой здесь будет удар. И нет, Бенатия до мяча не добирается, но есть угловой Ювентуса. Миралем Пьянич отправляется его подавать. 5 минут еще играть в первом тайме. Ничья 1-1. Ну и еще добавит минутку-другую, наверное, арбитр. Американские, не забывая, что была пауза на водопой. Ну так чисто визуально кажется, что болельщиков Реала больше. Наверняка на трибунах. Это неудивительно. Янич мяч разыгрывает. Здесь нет положения вне игры. Подача. Еще один угловой будет. Я думаю, что все выходцы из Латинской Америки болеют за Реал. Их очень много в США. Потому что, когда ты приезжаешь на Сантьяго Бернабеу, там просто географический парад с флагами Венесуэлы, Эквадора и других стран с этого континента. И Фавили. Еще один угловой. Ушел, по-моему, мяч от игрока Реала, но нет, Тони Кросс играет на Бейла. Бейл Карвахалю. Карвахаль, перевод хороший на Бензема. Бензема мяч обработал. И быстрая атака Реала может получиться. Рихельон поддерживает ее. Смещается. Удар! Достал мяч. Честно или... По-моему, достал. Достал, достал. Ох, какой защитник, а! Рихельон. Есть Тео Эрнандес. Понятно, что есть Марцело, который является главным на этой позиции. Но вот как альтернатива. Это и Рихельон, и Тео Эрнандес. Хороший, да, получился удар? Смотри. Да. Мяч летел в угол. Это будет честный спас Ювентус. 21 год. Он воспитанник Реала. 4 матча за Реал в юношеской Лиге Чемпионов. Подача Тони Кросса. Удар головой. Мимо. Ну, а так Реала была хороша, да, на скорости? Да, просто прекрасно. Ну, а это Хавьер Санчес удар наносил. Центральный защитник, он тоже, как-то не странно, воспитанник Реала. У него 7 матчей за Реал в юношеской Лиге Чемпионов. Массимилиано Аллегри нам его все чаще и чаще показывают. Ну, и трибуны, вот они, болельщики мадридского Реала. Ну, это явно человек из Латинской Америки. Ну, в смысле, да. Корни из Латинской Америки, так, наверное, уже... И Гондурас, Гватемала, что-то такое, да, вот, может, мексиканец. Нет? Ты же после чемпионата мира мексиканец должен в лицо узнавать. Мексиканец, это я не сомневаюсь. Карвахаль оставляет мяч пяткой Сибуалес. Карвахаль после чемпионата мира вообще не готов, по-моему, пока. И в свои ворота срезал, и головой как-то не очень здорово мяч сбрасывал, и здесь... Передача непонятная была на свою штрафную. Бенатия. Капитан сборной Марокко, который всех очаровал на чемпионате мира. Бенатия вообще в матче с Португалией, по-моему, больше всех моментов имел, да? Для взятия ворот. Сандро. Вот Сандро не попал на чемпионат мира в заявку. Вообще, конечно, пока
карьера загадочно складывается. Он, наверное, в сезоне 16-17 был, на мой взгляд, чуть ли не лучшим левым защитником Европы. Он легко конкурировал с Марсело за это право и действительно был просто великолепен. Вспомню хотя бы финал Лиги чемпионов и другие матчи. А вот прошлый сезон Сандру провалил. Провалил и даже лишился места заявки сборной Бразилии. Да, но потому что, когда выбор между перспективным, хорошим, молодым и Филиппом Луисом, или Луисом Филиппе, был у Тите, то выбор был в пользу Опуса. Ну, я говорю именно даже не о сборной Бразилии, а о Ювентусе. Сандро играл плохо в Юве в прошлом сезоне. И действительно, он должен возвращаться на свой былой уровень. Но пока, кстати говоря, не факт, что он останется. В Ювентусе до сих пор есть на него претенденты, и прежде всего ПСЖ, который мечтает получить Сандро в свои ряды. Ну, многие команды мечтают о футболистах. Например, Интер мечтает о Луке Модрича. Флорентино Перес сказал, у него сумма отступных в контракте прописана 750 миллионов. Пожалуйста, заплатите и забирайте. Но Интер не успокаивается и ищет разные варианты, чтобы лучшего игрока чемпионата мира подписать. По ногам получает Дани Сибалис. Даже не получает ногам, а, по-моему, наступил ему на ногу Клаудио Маркизио. Вот тоже перспектива Маркизио, да, не совсем понятны в Ювентусе в будущем. Ну, говорили, что вообще может в США переехать. Нет, это удар по ноге, прошу прощения. Но пока Маркизио в Ювентусе, и пока он еще остается одним из символов Юве, потому что он воспитанник Академии Ювентуса. И сейчас в составе Ювентуса, в составе основном, он, по сути, такой единственный футболист. Ну что, Гаррет Бейл и Тони Кросс у мяча. Шикарный гол Тони Кросса. До сих пор многие вспоминают на чемпионате мира ворота шведов. Но здесь другая позиция. Здесь скорее для Бейла. А мы знаем, что у Бейла пушка страшная. Вот такая. И на месте Войцех Щесный. А удар-то неприятный, да? С отскоком от этого мэрилендского газона. Ну, это тоже тема Войцеха Щесного, потому что, безусловно, уход Буффона, он рано или поздно должен был случиться. Ему все же 40 лет. Войцех Щесный, одни считают, что это идеальная замена для Буффона, другие сомневаются, способен ли Щесный стать голкипером. А что по Матье Перину? Матье Перину... Очень интересный вратарь, яркий, талантливый, но вряд ли он сейчас готов к такой роли. Думаю, что Перин это скорее пока что перспектива. Ну а честно, это голкипер высокого уровня. Он поиграл в Арсенале, поиграл в Роме. Он провел прошлый год в Ювентусе. Это был сезон, чтобы он так проникся атмосферой Юве и оказался своим в раздевалке. Ну и в итоге... Сейчас, честно, уже главный вратарь Ювентуса. У нас пауза, перерыв, ничья 1-1 в матче Международного Кубка Чемпионов между Реалом и Ювентусом. Гаррет Бейл отличился у Реала, и Дани Карвахаль забил свои ворота. Ну и вот так Бейл и Щесный уходят на перерыв. Да, вместе с этими ребятами и мы тоже, пожалуй, передохнем. Тоже. Ну, сейчас разберемся. Разберемся, давай лучше ты к составу, да. Ювентуса, потому что здесь замен нет. Нет, есть. Есть? Есть. Никола Фаджоли на поле появился. Ну, это, по-моему, единственная замена. Вот он, собственно, с мячом. 44 номер Ювентуса. Итак, в воротах Войцех Щесный. Здесь все без изменений. Оборона. Атака. Вот он, Венисиус Джуниор. Удар, нет, пас. Хороший пас. 2-1. Венисиус Джуниор, как сыграл замечательно бразилец. И забивает, по-моему, Асенсио. Асенсио, да, ты на испанский манер. Да, Асенсио, по-моему, вторым касанием, да, или чуть ли не третьим, во втором тайме забивает. Но вот этот Винисиус, ребята, посмотрите на него, 18-летний самородок. Говорят, что сумасшедший талант, будет не хуже Неймара, а то, может быть, и лучше. Здесь Асенсио как раз на Винисиуса, и тот своевременно аккуратненько в коридорчик мяч покатил под любимую левую Асенсио, и тот мимо Войцеха Щесного. Реал выходит вперед 2-1, все красиво, все аккуратно и здорово. Да, вот такой гол от мадридского.
Винисиус Джуниор, конечно, проявился с самой лучшей стороны. Реал впереди 2-1. Но о составе Юве все равно я расскажу. Честный воротах. Далее в центре обороны этот номер третий, капитан Киллини. Четвертый Мехди Бенатья. Фланги второй Дешилио на поле. И номер 12 Алекс Сандро. Он на левом фланге, Дешилио на правом. Центр поля пятый Пьянич. 44-й теперь играет рядом с ним Никола Фаджоли, ему всего лишь 17 лет. Ну и номер 8 это Клаудио Маркизио. Группа атаки 33 Бернардески, 20 номер Канцело и 42 Фавилли. Одна замена Ювентуса, поле покинул Хедира. Бывший игрок мадридского Реала, кстати. Да, и вот вместо него Никола Фаджоли. Начо Фернандес остался, он под шестым номером, остался и Хавьер Санчес в центре обороны 32-й. Вот как раз замена, о которой ты говорил, графически отображена. Отметим, что с мячом сейчас Лукас Васкес, он делал перевод. Новый правый фланг у Реала. Адриасоло очень был хорош в матче против Манчестер Юнайтед. А сейчас Асенсио входит в штрафную, оставляет мяч Винисиусу. Винисиус. Дриблинг. Дриблинг – отличительная черта этого бразильца. Вообще все бразильцы, они любят играть с мячом, любят брать игру на себя, красоваться, показывать товар лицом. И вот Винисиус, которого даже хвалил сам легендарный зубастик Роналдо. Очень здорово в этом смысле выделяется. А вот Ригильон, Сибальос, ошибается Дани Сибальос. Ну, еще нас немножечко упрекали, что мы, например, не вспомнили про чемпиона мира в составе мадридского Реала, который тоже только-только должен приступить к тренировкам, а может уже и приступил. Это Рафаэль Варан, хотя он до последнего играл в составе сборной Франции. У него, конечно, отпуск должен быть подлиннее. Ну, как у всех футболистов, хорватов, французов, потому что тот же Марио Маджукич у Ювентуса, ну, вообще тут пока еще в отпуске. Хотя мы знаем, что для Юве и для Аллегри он один из важнейших футболистов. Но надо дать отдохнуть футболистам, которые провели невероятный чемпионат мира и сыграли там по 7 матчей. Бернардески, пробитка! Рикошет, мяч отскакивает к вот этому Фаджоли. Молодому Фаджоли! И здесь выбивает мяч, по-моему, это Льяренто, если я ничего не путаю. По-моему, это Маркус Льяренто, да. Под 18 номером он появился на поле, как раз занял позицию Тони Кросса. Угловой зарабатывает Ювентус. Подача и Киеллини. Выигрывает воздух, бьет, мяч проходит рядом со штангой. В воротах, кстати, остался Кейлор Навас у Реала, а не Андрей Лунин или Кико Касилия его заменили. Сегодня, кстати, еще один итальянский клуб, участник Лиги чемпионов, с новым тренером Карло Анчелотти. Наполи проводил товарищеский матч против Арсенала. Но лучше бы не проводил, лучше бы не проводил. Против Ливерпуля все же. Против Ливерпуля, да. Арсенал играл с Лацио. Да. Да, прошу прощения. Ну и те, и другие выиграли, англичане. Ну ладно бы просто выиграли. Ливерпуль-то разгромил Наполи 5-0. И на самом деле в Италии, ну, среди болельщиков Наполи, пока что в меньшей степени, но в Италии многие уверены, что Карло Анчелотти вряд ли ждет успех в Неаполе. Ну, посмотрим. Арсенал выиграл у Лацио 2-0, а действительно Ливерпуль 5-0 разгромил неаполитанцев. Чего только не встретишь в этих товарищеских матчах. Посмотрим. Впереди интереснейший сезон. Напомню, что реформа в Лиге чемпионов. Там турнир станет так еще более представительный. Пока что атака Винисиус Джуниор. Смещается в центр. Какая хитрая была передача Бернардески. Теряет мяч Бернардески. Штрафной удар. Да, сбивают Дани Сибальос. Он, кстати, сам может пробить. Но может отсюда и Асенсио исполнить. Реал как хорошо вошел во второй тайм. Да, и гол забил, и сразу несколько хороших скоростных атак показал. Фол очевидный.
И, кстати, несмотря на то, что матч товарищеский, да, уважительно и так по-джентльменски друг к другу относятся футболисты, тем не менее две желтые карточки арбитр американский Сибига в первом тайме показал. Винатья и Александро получили предупреждение. Лукас Васкес и Марко Асенсио. У мяча Васкес. Удар попадает в стенку. Выбивает мяч Паджоли. Да, 17 лет этому парню, Никола Фаджоли. Он, напомню, что играет в Академии Ювентуса. И говорят, большой талант. Таких талантов много на самом деле бывает. Слушай, ну даже Хёрдер Магнусон, игрок ЦСКА сейчас, был в системе Ювентуса. Да-да, у Юве очень много игроков, которые находились и находятся в системе Юве, но не все из них, поверьте, попадают в главную команду. Но и у Реала та же самая история. Там чего стоит только Диас, который здорово играл за Леон в прошлом сезоне. Он, кстати, пару лет назад в американском турне за Реал тоже выжигал. Будь здоров. Васкес. Нет, это Адриасола. Если брать Фаджоли, то он играет центрального полузащитника. Может сыграть ближе к атаке, может сыграть в опорной зоне. Но и на правом фланге. Пока что мало работает с мячом, и зато Реал в атаке в очередной раз. Пять игроков поменял после перерыва Юлиан Лопетеги. Адриасола, Льяренте, Асенсио, Васкес и Винисиус появились. И, соответственно, они заменили Дани Карвахаля, Иско, Тони Кросса, Бензема и Бейла. Асенсио. Я думаю, что чуть позже, наверное, ну, минут так 20 игрового времени получит Серхио Рамос. Винисиус здорово обыграл соперника. Подача. Момент. Васкес бьет. Подбор. Льяренте. И здесь мяч попадает в Бенатья. Да, Реал сейчас придушил Ювентус. Это было, в принципе, в конце первого тайма. Но это происходит и сейчас. В тайме втором. Реал имеет преимущество. Винисиус Джуниор, конечно, очень активен. 18 лет парню, и все время Реал за 16-летнего мальчика заплатил 40 миллионов евро. Ну и сейчас Джуниор, посмотрим, как себя уже в Европе проявит. Канцело, неплохо, Канцело прорывается по центру, но передачу сделать на Фаджоли он не сумел. Сибарьос. 64-36 по владению мячом. Снова Винисиус Джуниор. Вот его знаменитая пелада, как ее называют, когда перебирают мимо мяча. Знаешь, снова делает, да? Винисиус Джуниор. 18 лет и не стесняется, да? Мы восторгаемся Кильяном Мбаппе. И есть почему и для чего и гол! И снова Асенсио. И снова Асенсио. 3-1. Реал просто разрывает Ювентус. Да, и я, может быть, не совсем корректно сформулировал. Есть из-за чего восторгаться Кильяном Мбаппе и, судя по всему, Винисиус, похожей стилистики футболист. Но Асенсио вышел и за 10 минут отметился дублем. Не выручил сейчас Войцех Чесный свою команду. Но в обороне у Ювентуса беда. Беда. Смотри, прошла передача. Бенатья легко отыгран, не успевает здесь Маркизио как следует вступить в отбор. И со штыка так с пыра, да, как во дворе говорили раньше, а может и продолжают говорить. Асенсио мяч в ворота отправляет. 3-1. Честно. Вроде как удар должен был парировать, но мяч все же проскочил в ворота. Кстати, отметим, что Начо Фернандес на второй тайм вышел с капитанской повязкой у Реала. Хороший Реал в начале второго тайма. Ничего не скажешь. Ну, так поменяв практически всю группу атаки, Реал взвинтил темп, и Ювентус оказался к этому не готов. Нарушение правил еще одно. Фалит как раз таки Никола Фаджоли.
58 минут практически позади в матче Реал-Ювентус. Это международный кубок чемпионов. И 3-1 Реал обыгрывает Юве, хотя в начале матча проигрывал после автогола Карвахаля. Я думаю, что Аллегри сейчас, конечно, тоже сделает замены у Юве из игроков, которые могут усилить состав. Есть, конечно, Эмре Джан. И практически некого выпускать в атаку, да? Ну, в атаку из звездных футболистов выпускать некого, потому что все сейчас в Турине. Но есть тот же молодой Леандро Фернандес. Тоже весьма талантливый парень. И защитники опытные. Андреа Барзали, например, Даниэля Ругани. Ну, а это нарушение правил на Фавилли. Андреа Фавилли. Он забил уже 3 мяча в американском турне Ювентуса. Бернардес, Кипьянич. Подача хорошая. И снова надежно играют защитники мадридского Реала. Сенсио. Еще одна передача назад. И далее уже Кейлор Навас. Я просто в восторге от произношения твоего Асенсио. Такое пришепетывание, типичное абсолютно для испанцев. Тебе удается очень хорошо. Атака Реала. Снова Асенсио набирает скорость. Реал 4 в 1. Винисиус Джуниор. Ой, как он пытался убрать игрока Ювентуса. Винисиус Джуниор. Удар поворотом. Неудачно этот раз. Но, конечно, было очень все стремительно у Реала. Но и бразилец, конечно, в полном порядке. Еще раз смотрим, как атаку Асенсио разогнал. И далее Джуниор хотел просто убрать Дешильо вот таким легким движением, но Матье Дешили все же защитник довольно опытный уже, и он на этот финт не поддался. Да, складывается ощущение, что игроков Реала просто больше. Во втором тайме Ювентус абсолютно не успевает перестраиваться, и вот в эти свободные зоны игроки Реала легко и уверенно на себя предлагают. Прострел. Начо мяч выбивает. Это Александров простреливал. Там положение вне игры. 30 минут еще играть. И есть ощущение, что голы мы еще увидим. Да, причем скорее голы ворота Ювентуса. Потому что Реал прибавил. И Реал играет очень легко. Прежде всего, это касается группы атаки. А Ювентус, ну, если не Канцелу, который чаще остальных с мячом, и он игру пытается обострить, то если брать футболистов группы атаки, и Бернардески, и Фавилли, и того же Маркизио, все довольно пока грустно и однотипно. Бенатья, имея желтую карточку, сейчас правила нарушает и подзывает его. Сибига. Арбитр этой встречи показывает, что поаккуратнее ему надо действовать и особо даже с арбитром не спорить, не разговаривать. А Реал готовится исполнить этот стандарт. Быстренько мяч разыграли. Ригильон. Себальос. Такой вроде бы молодежный состав Реала на поле, но выглядит очень солидно и очень уверенно. Адриасола. Льяренте. Санчес. Сибальос. Сибальос мог оказаться в Ювентусе в прошлом году, когда он в Азабетис выступал. Его очень хотел приобрести Фабио Паратичи, спортивный директор Юве. Но когда уже был выбор у Сибальоса, куда переходить, Ювентус или Реал, тут, конечно, испанские корни сыграли свою роль. Он очень хотел остаться в Испании. И, конечно, для любого испанца играть в Реал Мадрид – это просто мечта. И поэтому в Юве он так и не поехал. Ну, как сказал Адриасоло, он сравнил
приглашение в мадридский Реал с приглашением папы поехать в Диснейленд. Разумеется, ты не можешь отказаться, и ты об этом всю жизнь мечтал. То же самое примерно говорил и Андрей Лунин, потому что был очень популярен у итальянских клубов. Замену Ювентуса вратаря, вот если честно, поле покидает, выходит Маттиа Перин. И плюс у Даниэля Ругани вместо Бенатья, который, наверное, лучше от греха подальше убрать. Но, кстати, по Ругани тоже еще вопрос открыт. Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что он, скорее всего, останется, потому что после продажи, точнее, обмена Кальдары на Бануччи, все же Ювентус не имеет права с еще одним молодым защитником расставаться. Тут скорее, все более-менее очевидно. А Войцех, честно, не самая убедительная игра. Он поле покидает, Маттиа Перин вместо него. А вот, как раз, замена у Ювентуса тройная даже. Ругани, еще и Матеус Перейра на поле выйдет практически нападающий или полузащитник атакующего плана. Бенатья покидает вместо него Ругани. Кого заменит Перейра? Матеус Перейра. Прекрасный голкипер Маттиа Перин. Очень здорово, как мы знаем, работает на 11-метровых. У него прекрасная реакция. Он здорово просчитывает ситуацию. Была травма у него серьезная с коленом связана. Но вот две было операции. Да. Ну, это Андрей Лунин. Андрей Лунин, о котором я говорил, потому что, вы знаете, так приветствуют Лунина или провожают на вас. Я думаю, что много костариканцев, может быть, да, приехало, конечно, и провожают, конечно, скорее Келлера Наваса и встречают Андрея Лунина. Будем считать, что эти аплодисменты также и украинскому голкиперу адресованы. Ну, а это Борха Майораль выходит на поле. Андрей Лунин на ноль отыграл матч в прошлый раз за Реал свой тайм. Здесь ему чуть меньше. Но говоря о Лунине, я отмечу, что он тоже был популярен у команд итальянских, у Интера особенно, у Ювентуса, у других клубов. Но он об этом говорил сам, когда он только-только получил приглашение от Реала, он попросил сразу своего отца, который его дела ведет, забыть про все остальное, потому что он хотел играть за Реал. Он даже сказал об этом интервью, что играть за Реал — это вопрос не денег, вопрос не трансфера, не какой-то там истории, связанной с карьерой. Это вопрос мечты. Это вопрос репутации. Да, потому что и если тебя действительно приглашает мадридский Реал, причем была серьезная презентация, все с футболкой, вручением, Флорентино Перес давал интервью клубному телеканалу, даже несколько фраз на испанском произнес, ну, потом уже... Ну, главную давали... фразу он произнес, Алла Мадрид. Да, а потом уже давая более серьезное, развернутое интервью, разумеется, говорил он по-русски, и все это потом ретранслировалось уже на испанский язык. Хороший перевод. Канцело! Канцело! Удар Лунин! Лунин вступает в игру. У него очень хорошая реакция. И действительно, помимо итальянских клубов, спрос был очень серьезный. И сейчас, получается, у Реала есть Кико Касилья, есть Кейлор Навас, есть Андрей Лунин. И не утихают разговоры относительно Тибо Куртуа. Перейдет он в Реал, не перейдет. Уже вроде бы успокоились по Давиду Де Хея. Его оставили в покое в Мадрид, в Манчестер Юнайтед. А вот по Куртуа вопросы имеются. Кстати, и сам Куртуа говорит, что он хотел бы вернуться в Испанию. И вот тогда будет интересно, кто же окажется лишним. Скорее всего, это будет Кико Касилья, хотя вокруг Лунина тоже были разговоры, что его могли отдать в аренду. Лунина это тоже вариант с арендой. Не надо рассматривать, потому что понятно, что первый год в Испании, вообще за границей, и тут же Реал Мадрид, это довольно рискованно. Нужно обжиться, осмотреться. Ему все 19 лет. Но, тем не менее, Андрей Лунин — вратарь мадридского Реала. Как ни крути, и в сегодняшнем матче в том числе. Ну, а Юве Перин, а что касается Матеус Перейра, то он, по-моему, пока на поле... Нет, он вышел на поле вместо, как раз-таки, вместо Фабили, если не ошибаюсь. Андреа Фавили поле покинул, Матеус вместо него. Но, кстати, и уже один украинский голкипер засветился в чемпионате Испании. В прошлом сезоне это был Максим Коваль. Он играл за Депортиво Ла-Коруньи. И в первом же матче, когда появился на поле, он даже тайм не доиграл до конца, потому что был удален прямой красной карточкой.
Здесь столкновение двух игроков Реала друг с другом. Иначе, по-моему, получает повреждение. Но поднимается. Часто так бывает в матчах Международного Кубка Чемпионов, когда много замен происходит где-то после 60-й минуты. Команды перестают играть. Да, появляется молодежь, которая хочет себя очень проявить. Много движения, старания, момент. Это Кьеллини не забивает. Как разыграли-то, да? Сейчас в дураках просто оставили всю оборону одной передачей. Игроки Ювентуса, мадридский Реал. Лунин своевременно вышел из ворот, бросился в ноги Джорджио Кьеллини. Ну и Кьеллини, конечно, обязан был этот момент реализовать. Ну, грех было такую передачу не сделать. Но, кстати, тут вопросы по пенальти, да? Нет, конечно. Нет? Я думаю, нет. То есть это был удар. Да, потом было столкновение. Ну, на мой взгляд, я не самый, наверное, главный специалист в действии. Но мне кажется, здесь удар был все же поворотом. Потом ожидал столкновения. Ну, тебе виднее, Константин. Нет, 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 я не настаиваю. Не настаиваю, но просто помню какой-то матч. Похожей ситуации арбитры пенальти назначали. Матей Перин, наверное, последний матч Перина под номером 19, потому что уже в Италии пишут довольно убедительно, что Перин отдает номер Бонуччи, который играл под номером в Ювентусе, а Перин сам возьмет себе другой, но тем более варианты есть. Показывает Сибига, что можно играть, хотя Винисиус спину ставил Канселу. Очень здорово. Начо. Васкес через Борху Майораля сыграл. Вроде как пишут, что в Испании не будет Реал приобретать еще одного нападающего. И Борху Майораль будет рассматриваться как альтернатива, как замена Кариму Бензема. Ну, вообще, на самом деле, Реал... Как предполагали многие, после продажи Роналду должен был удивить всех каким-то громким трансфером, но пока его нет. Пока, при всем том, что, да, пришел Винисиус Джуниор, большой талант, есть такие хорошие испанские трансферы, есть трансфер Лунина, но где вот та самая звезда Галактикос? Да где звезда уровня космического? Вот я читал высказывание президента Баварии Карла Хайнца Румениги, который сказал, что мы бы никогда не заплатили за 33-летнего футболиста более 100 миллионов евро. Ну и Реал последние три года, выигрывая Лигу Чемпионов, не совершая серьезных трансферов, показал, что трансферы в Европе это не главное. Ну, тут можно спорить, потому что Реал до этого совершал грандиозные трансферы. И все эти люди, которые в Реале оказались вот этим золотым составом, Бейл, Роналду, Бензема, Модрич, Кросс. Они все приходили за невероятные деньги в команду. За невероятные, необъяснимые деньги. Это все было еще в начале этого десятилетия. Да, или в конце, как Криштиану Роналду. Марсело, опять-таки, хотя Марсело привезли из Бразилии в свое время. Это все люди, которых Реал покупал. Поэтому, да, наверное, Реал последних трех лет – это красивая история. Но всем этим футболистам, Модричу 33, если не ошибаюсь, будет совсем скоро. Кросс тоже уже по 30, Роналду вообще был, и 33 тоже он уже, собственно, покинул Реал. Но по физическим кондициям, как писали, да, Роналду не на 33 себя чувствует и выглядит, а на все 20. Фернандес на поле выходит вместо Пьянича и Бардзали вместо Кьеллини. Что касается вот этого самого Фернандеса, Леандро Фернандес, он с ПСВ перебрался в Ювентус. Он клиент Мино Райолы. Говорят, один из самых талантливых его молодых клиентов. А мы знаем, что Райола обычно не ошибается. У него Златан, у него Погба, Лукаку и прочие. Вау! Винисио Джуниор разбудил нас всех сейчас. И вот Леандро Фернандес тоже, как поговаривают, будущее звезда европейского футбола. Да, даже вот в таких простых моментах, ничего не значащих, Винисиус очень хочет себя показать. Дешильо играет головой, Бернардески очень плотно и жестко с ним играет. Начо пускают волну. Я все думал, что это только наша такая восточноевропейская забава. Нет, ну, смотри. Зря. Чемпионат мира в США, ты, видимо, не помнишь совсем.
Нет, почему помню? В 94 году? Как не помнить? Там тоже пускали волну. Ну, красавцы. Передача вперед. Александро угловой. Зарабатывает. Нет, не угловой, показывает американский арбитр. Но, по-моему, все-таки уже в Алекса Сандро мяч попал, когда он был за пределами поля. 73-я минута матча. Реал близок к первой победе в этом американском турне. Мы в самом начале говорили, если Ювентус выиграет в основное время, конечно, такой задачи никто не ставил, главное подготовиться хорошо. Но если бы Ювентус выиграл в основное время, то он бы вышел на первое место. Лунин его опередил. Маленький совсем. Фаджоли, да, по-моему? Да, совсем маленький Фаджоли. Но мяч в ворота не залетел. Реал с мячом. Борха. Асенсио. Васкес Асенсио. Ну, есть репутация у Лопетеги здорово умеющего работать тренером с молодыми футболистами. Да, и вот когда такая инъекция молодежи после провального чемпионата Европы была впрыснута в состав сборной Испании, при Лопетеги сборная не проиграла ни одного матча. Понятно, что там ключевые роли все равно исполняли Давид Сильва, Иньеста, Рамос, Пике. Да, там, но и Марата, и, конечно же, Иско, да и тот же Асенсио, и Лукас Васкес, который попал в окончательную заявку сборной на чемпионат мира. Они свою роль сыграли. И Лопетеги действительно умеет работать с молодежью. Не зря он долгое время работал тренером юношеских и молодежных команд Федерации испанского футбола. И чемпионом Европы становился с этими ребятами. Иско и другие. Это все футболисты, которые через него прошли. Винисиус. Асенсио. Конечно, культура работы с мячом, культура паса даже у молодежи реаловской восхитительная. Это мы еще до Барселоны не добрались, да, которая будет играть следом против Милана. Да, буквально через полчаса. Адриасола. Адриасола. Вот до кого пойдет выбор вот в конкурентной борьбе между Адриасолой и Карвахалем. Это тоже одна из интриг стартующего сезона, потому что Адриасола великолепно провел прошлый сезон. И в своих навыках атакующего защитника он Карвахалю, как кажется, ни в чем не уступает. Не торопится никуда Матье Перин. А между прочим, если матч завершится в ничью, то будет серия пенальти. Мы уже такое. То есть ты веришь в это, да, ничью? Клубного чемпионата, вот этого международного клуба чемпионов видели неоднократно. Ну и вот как Дани Карвахаль забил в свои ворота. Ну а это прекрасный гол Гаррета Бейл. Настоящее украшение сегодняшнего матча. Изумительный удар. Ну а это дубль Марко Асенсио. Винисиус ему ассистирует и Лукас Васкес. Пауза у нас небольшая. Ну, и тут Эдега, по-моему. Да, тут совсем молодежь пошла у мадридского Реала. Тоже пауза на водопой за 15 минут до конца матча. Там появится точно Мартин Эдегор. Последние полтора года он провел в Херенвене голландском. Но вообще, когда Эдегор переходил в мадридский Реал в 16-летнем возрасте или в 17-летнем, я уже точно не помню, у него в контракте, он подписал сразу долгосрочный контракт на 5 лет, у него была в контракте опция, при которой он тренируется всегда со своим составом, но играет за Кастилью. И его это очень раздражало. Он, то есть, хотел себя проявлять на фоне выше, на уровне выше, чем
это игры где-то там в низших дивизионах испанских. Ну и сейчас, по-моему, переподписал еще контракт до 2021 года. Мартин Эдегор, он сейчас на поле появился. Капитанская повязка на рукаве теперь у Лукаса Васкеса. И сейчас поймем, кто еще у Реала вышел на замену. Маркизио тем временем переводит мяч на левый фланг на Алекса Сандро. Снова Маркизио. Деширьо. Смещается в центр. Бернардески. Хорошо стоит копать Бернардески. Передача неплохая. Удар по вороту. Это, если не ошибаюсь, бил как раз-таки Матеус Перейра. Хосе Берналь появился под 39-м номером у Реала. Это точно. Хосе Леон, 23 года. Он, кстати, капитан Кастильи и, разумеется, воспитанник Реала. Регильон остается на поле. Асенсио. Сразу видно, да, Асенсио, ну, так поувереннее остальных себя чувствует в этом составе Реала. Эдегор. Вот он, собственно, с мячом Эдегор, о котором так много говорили и говорят все эти годы. Снова Эдегор. Асенсио. Федерико Вальверде. А вот он и Винисиус Джуниор. Смотрим внимательно с его техникой. Сейчас будет что-то придумывать. Винисиус. Здесь отработал. Какая ошибка Перейры. Лукас Васкес. Эдегор. Адриасола. Снова Эдегор. Хорошо на правом фланге, но работает с мячом. Реал в атаке. Эдегор. Такой слишком свежий Реал, да? Судя по движению. Канцело. Есть шанс у Ивентус убежать в контратаку. Был точнее, потому что его Ивентус просто не использовал. Ругани на Алекса Сандро. Передача. Ну и бразилец пошел вперед. Правда, вариантов впереди не очень-то много. Но Льяренто, кстати, переместился в центр обороны у Реала. Канцело. Канцело красиво пробросил мяч мимо Регильона. Канцело, наверное, лучший игрок Юве в сегодняшнем матче. Самый активный. Чаще остальных обостряет. 40 миллионов евро за него заплатил Ювентус с Валенсии. Его мяча. Ну, вот одна из оставшихся интриг, наверное, на концовку этого матча. Сумеет ли снова сухой матч провести Андрей Лунин? Какая реакция, да? Тяжелейший мяч для голкипера, но блестяще действует Лунин. А здесь подача. Чуть замешкался вратарь, но все-таки остался на своей позиции и не прогадал. Прекрасно сыграл Андрей Лунин. Видишь, какая реакция? Да. Мяч никого не коснулся. Было очень сложно для голкипера с отскоком от газона. И после просто невероятного количества людей, которые находились перед Луниным. Но Андрей действительно себя проявил. Маркизио. Сандро. Это Андреа Бардзали, он самый опытный теперь в Ювентусе после ухода Джанлуиджи Буффона. 37 лет Андреа Бардзали, он еще на год продлил контракт. Ну, действительно, сейчас у него будет функция такого главного сенатора в Ювентусе. Майораль, явно не на Васке сошла эта передача, а на Винисиуса. А Винисиус Борху Майораля не до конца понял. Обращение к Асенсио.
от Лапетеги. До конца нашего матча в районе 10 минут. И думаю, что, в принципе, вряд ли Ювентус способен забить два мяча. Хотя такие турниры, такие матчи обычно бывают непредсказуемы до конца. Еще одна атака Юве. На Фаджоли передача. Но вот Фаджоли, при всем том, что очень старательно он перемещается по полю, но практически всегда не успевает быть в центре событий. Это как раз таки Фернандес, Леандро Фернандес. Да, он сейчас выбросил штрафной у Себиги, американского арбитра. Кажется, что с таким лишним весом, да, все-таки? Слушай, ну арбитр живет в США. Но только кажется, вот кто-то там побежал на поле. По современным требованиям это показывать запрещено. Поэтому сейчас режиссер побалует нас планами и поцелуями на трибунах FedEx Field арены. Там нечто невероятное творится, судя по всему, на поле. Не, ну понятно, там ловят зайцев. Я думаю, возможно, даже что-то более интересное. Ну, вряд ли. Нам это не показывают. Да, более интересно это будет. Да вот он, человек, который спокойно гуляет. Это тебе. Нечто новое. Человек просто гуляет по футбольному полю, никто его не ловит, да? Не останавливает, да. Ну, минутку-другую, значит, компенсирует еще арбитр Роберт Себига к основному времени матча. Ну, играть где-то еще действительно минут 10 или около того. Опасный штрафной зарабатывает Ювентус. Если сейчас вдруг удастся его реализовать, Нобель, почему бы и нет, да? Да, да. Но это твой арбитр, о котором ты уже говорил. Можно будет постараться уйти в концовке матча от поражения. Бернардески, по-моему, мяча. И подача. Удар Ругани. Ушел он от Регилиона. Да, Даниэль Ругани. Центральный защитник Ювентуса. Ему недавно 24 года исполнилось. Это была подача Бернардески. Но Бернардес, кстати, неплохо, да, исполняет эти стандарты. Ну, вообще, если быть... Угловой удар. Да, угловой, да, от головы игрока мадридского Реала мяч поле покинул. Лунин ошибается, Андрей. Канцело запоздал с передачкой, мне кажется. Хотя нет, сейчас прошел пас. Бернардески, удар, рикошет. Фаджоли мяч подбирает. Сандро. Фаджоли. Пошла подача, но не самая удачная. Маркизио. И мяч уходит за пределы поля. Канцело понимал, что он, по-моему, оказался в положении игры. И не очень активно к этому мячу шел португальский защитник. Регилон. Или Регильон. Борхо Майораль в окружении троих соперников оказался. Тут втроем справились против Борхи. Венисиус. Дешильо. Его бил просто откровенно по ногам. Крайние защитники у Массимилиано Аллегри в этом матче, судя по всему, по 90 минут, да, наверное, проведут на поле. Да, и Сандро, и Дешильо, и Канцело, который тоже и Канцело, относится... и Бернардески набирают беговую работу по решению главного тренера туринцев. Венисиус. Кстати, спрашивали у Павела Недведа, вице-президента Ювентуса, после трансфера Бонуччи о том, все, это конец трансферной кампании Юве, все же Бонуччи, Роналду, Канцело, Перин. Но заявил Павел Недвед, который, да, сейчас Венисиус Джуниор с мячом, может и пробить. Венисиус, удар выше ворот.
Недвед не занимается трансферной кампанией, все равно вице-президент клуба. Он сказал, что нет, вы знаете, окно еще не закрыто для Ювентуса. То есть намекнул, что Ювентус может еще удивить чем-то в оставшиеся пару недель каким-либо трансфером. Надо, кстати, голкиперы, которые вышли после замен, еще мячей не пропускали. Ни Матья Перин, ни Андрей Лунин. Но у Перина практически не было работы. Асенсио. Подача. Мяч выбивается. Вальверде. Эдегор. Эдегор будет под левую убирать. Подключение Андреа Солы. Васкес. Подача. Ругани здесь опережает сборку Майораля. Хороший Эдегор. И на коротке бы сыграть. Да, но Борко Майораль почему-то все передачи делает только назад. Здесь Дешильо. И аут. В пользу Реала. Две минуты еще играть. Не спать! Ни в коем случае. Реал Мадрид, Ювентус 3-1. Выигрывает Реал. Напомню, что впереди у нас еще одна игра. Милан против Барселоны. Эта игра же будет в Калифорнии. Ох, какая ошибка. И сейчас Ювентус может наказать. Нет, мяч далековато ушел для Бернардески. Смотрите, силенки у него еще остаются. Вот так пофинтить. Здесь старательный Фернандес. Ну, фалит. Да, конечно. Вот вышедший на замену Никола Фаджоли. Фаджоли, да. Он очень хочет себя показать. Но не все получается. Что опять пошло на трибунах? Опять кто-то выбежал. Да, видимо. Смотри, у всех вызывает это только улыбку. Наверное, кто-то хочет с Асенсио махнуться футболками. Ну, мне кажется, не так много настоящих американцев на трибунах. Да, вот. Настоящих американцев, Константин. Коренных. Сейчас сложная тема. Да. Я думаю, что арбитр, конечно, должен прекращать. Каким-то образом, потому что... Мне даже кажется, вот в связи с такими паузами он ничего особо добавлять и не будет. Посмотрим. Хороший матч. Что же вам не нравится? Что же вы на своих местах-то не сидите? Вот даже с фамилией Касильяс есть ребята в футболках Мадридского Реала. В футболках Барселоны. Потом есть болельщики. Телепортируются в Калифорнию и там уже будут наблюдать за игрой Барселона-Милан. Фернандес, Эдегор. 4 минуты добавляет арбитр Сибига. Венисиус. Это был совсем уже авантюрный такой финт против Дешильо. Маркизио. Передача на Барзали. Тот играет налево. Это Леандро Фернандес. Да, он так поинтереснее, нежели другие молодые футболисты Юве. Снова он с мячом. Фернандес корпусом. Как Винисиус хотел сейчас крутануться. Эдегор слишком высоко для Борхе Майораля. Ругани, Барзали. Снова Даниэль Ругани с мячом. Прошла уже минута компенсированного времени. Алекс Ксандро. Ну что ж, это победа в основное время матча. Для Реала стало быть 3 очка. Реал запишет свою очковую копилку. И у Реала будет 4. И Реал сразу в турнирной таблице поднимется очень высоко. На 6-е место. Нет, на 7-е место, обойдя Интер. У него тоже 4, но у Интера хуже разница забитых и пропущенных. Канцело получает мяч от Бернардески, но там надежный защитник Реала. А Ювентус останется 5-м в этой турнирной таблице Международного Кубка Чемпионов, который пока на данный момент возглавляет лондонский Тоттенхэм.
вместе с Дортмундской Боруссией, но у Тоттенхэма лучшая разница забитых и пропущенных. 7-3 против 6-3 у немецкого клуба. Сандро. Маркизио. Пытается Ювентус пойти всей командой в атаку. Но пока не слишком успешно. Снова Маркизио. Передача еще одна вперед. Реал отбивается. Тут и передача пяткой. Но мяч возвращается к Юве. И неплохо, неплохо пошел Фаджоли и заработал очередной стандарт. Еще одно испытание для Андрея Лунина. Наверное, последнее. Одно из последних точно, потому что здесь будет штрафной удар. По-хорошему, это удаление, да? Защитника Регилиона. Ну, желтое. Ну, потому что у него уже вторая, есть желтое, да. И здесь жалеет молодого мадридского игрока арбитра встреч. Бернардески, он может и пробить, по большому-то счету, это его точка, его позиция. Удар у него хороший, но скорее будет подача, потому что варианты есть сыграть на втором этаже у игроков Ювентуса. Нет, бьет. И в перекладину попадает. Ничего себе Бернардески. Но, по-моему, все-таки выручил Андрей Лунин. От его рук мяч угодил в перекладину. Хороший, очень резкий удар. Бернардески, падение. И судья. Нет, не дает пенальти. А падение, ну, такое неоднозначное получилось у Бернардески. Дешилье. Фаджоли. Вот сейчас мы увидим повтор, хотел повтор, да, у режиссера сейчас два решения, что же показывать. Да, отбил Андрей Лунин, от его рук мяч попал в перекладину. Ну и все. Все, дает финальный свисток арбитр Сибига. И в матче Международного кубка чемпионов мадридский Реал благодаря дублю Марко Асенсио во втором тайме переиграл туринский Ювентус 3-1. На этом все. Для вас работали Константин Генич, номер